Суета. Блин, что бы поделать, это скукотень полная. В натуре. Блин, ты задолбал бегать по хате. Опа, а это что такое? Я не знала, что у нас в доме есть подвал. Я тоже. А ну-ка, давай откроем и посмотрим, что там. Ничего себе. Какой это подвал? Это, блин, какая-то дыра в центре земли. Блин, прикольно. Интересно, что там? Сейчас узнаем. Ты что творишь? Он же разобьется! Да ничего с ним не будет, ты забыла, что он кот. Коты всегда приземляются на лапы. Да при чем тут это? Ты что, отсталый? Ты видел, какая тут высота? Да ладно, не ори. Эй, Корж, ты живой? Ну что, пацаны, вы готовы? Сегодня у нас стрела со свиньей. Конечно, мы всегда готовы. Ну а ты, блин, готов, Коржик? Или как там тебя? Куда ты, блин, опять делся? Ё-моё, ты чё, опять Валерки нанюхался? Компот ты с кишей! Я же тебе сказала спрячь от него Валерку! Не указывай мне, я тебе не шестерка. Сама следи за ним. Ладно, блин, погнали, и так справимся. Ну, наконец-то. Я уже вас полчаса жду у этого дерева. Ну чё, свинья, у тебя проблемы какие-то? Это у вас скоро проблемы будут. Ты чё, бессмертная, что ли? Мы ведь втроём тебе умотаем в два счёта. Это вы, походу, бессмертные. Вы в курсе, что у меня есть знакомый пёс? Он на вас живого места не оставит, если я попрошу. Да ладно тебе, погоди. Ты чё сразу начинаешь? Вы, может, по-хорошему хотели вопрос решить? В чём проблема-то? А вот в чём. Вы вчера зашугали моего мелкого брата, теперь он постоянно трясется и ссыпся в штаны. Чё за дела, я не поняла. Блин, извини, я его не специально. Просто Коржик с ним немного поиграл. Короче, вы вообще попутали походу. Лечите его, и чтобы завтра он был здоров. Либо будете сами за ним вытирать. Я тебе чё, шестерка что ли?